30 мая 1994 года на Первом канале Останкино выходит в эфир новое шоу-интервью «Час пик». В нем главный тележурналист страны Владислав Листьев в прямом эфире задает острые вопросы популярным политикам, бизнесменам, актерам и журналистам. Первый гость студии Никита Михалков. Первый месяц в эфире побывают также Анатолий Чубайс, Эдуард Успенский, Иосиф Кобзон и Олег Табаков. Скажите, а вообще авторитет для человека творческого должен существовать? Авторитет должен существовать вообще для человека. Дело не в том, чтобы обязательно... Это не фетиш, не икона, не идол. Середина 90-х – это время, когда российскому обществу еще не знакомо чувство информационного перенасыщения. А дети в школе еще не знают имена светских лиц и героев гламурных тусовок. Поэтому программа «Час пик» не просто окажется в нужное время и в нужном месте, она сумеет выстрелить. После убийства Листьева программа продолжит выходить в эфир и окончательно закроется в 1998 году.